мощный пылесос циклонного типа с HEPA-фильтром. Сегодня мы познакомимся с пылесосом Polaris PVC-2031. В комплект поставки входят сам пылесос с предустановленным HEPA-фильтром, шланг с отсоединяемой телескопической трубкой, три насадки с держателем, турбощетка и набор документации. Посмотрим на пылесос. Он довольно компактный, 45 см в длину, хотя тяжеловат, около 8 кг. Но перемещать его удобно. Для этого есть откидная ручка и два крупных колеса. Эта модель предназначена для сухой уборки. В нее установлен двигатель мощностью 2000 Вт. По отзывам пользователей, этого вполне достаточно для уборки трехкомнатной квартиры с детьми и домашними животными. Органы управления собраны на верхней панели. Здесь вы найдете кнопку включения, регулятор мощности всасывания и кнопку автоматической смотки шнура. Пылесос работает по циклонному типу. Всасываемый мусор скапливается в двойном контейнере объемом 2,7 литра. Это довольно много и не мешает движению воздуха. Поэтому при заполнении контейнера мощность всасывания не падает. Стенки контейнера полупрозрачные. Сразу понятно, пора ли его чистить. Это очень просто. Достаточно вынуть контейнер за ручку и вытряхнуть мусор. Пылесос Polaris PVC-2031 оптимален для людей, страдающих аллергией. Перед выходом наружу воздушный поток проходит через HEPA-фильтр. Он собирает самую мелкую пыль, которая из-за своих размеров минует пылесборник. Имейте в виду, что фильтр нужно регулярно чистить и заменять на новые при необходимости. В комплекте с пылесосом идут 4 насадки. Для пола и ковра, щелевая, для чистки мебели и турбощетка. Последняя поможет, если обычные насадки не справляются. Ее внутренние части вращаются, эффективно убирая сложные загрязнения. Длина сетевого шнура составляет 5 метров. Вам не понадобится использовать удлинитель или искать розетку близко к месту уборки. Подытожим. Перед нами мощный пылесос циклонного типа для сухой уборки. Три компактные насадки и турбощетка помогут тщательно убрать все поверхности в квартире, а большой контейнер не понадобится очищать в середине уборки. Эта модель подойдет для людей с аллергией. В нее установлен HEPA-фильтр.